Карета за стеклом стоят. Повозка. Даже больше одноместная. Вроде как двухместная. Спорткар тех лет. Облегченный. Водяная мельница. Это типа автобусов что-то, видать, было. Небольших такси. Всем привет! У нас сегодня выходной день, и мы решили съездить в горы, посмотреть наши красоты. По дороге нам попался вот этот замечательный городок Плейсервилл. Но прокатившись по нему, мы подумали, а почему бы не доехать до Тахо? Ведь до Тахо здесь всего час езды остался. Поехали на Тахо! Вдоль дороги какая красота.
Остановились мы на заправке. Костя подзаправиться кофем решил. И я увидала тут вот такой столб из дерева вырезан. Леночка решила погулять тоже. Такая красота в таком интересном месте. Скала тоже как огромный тотем. Видеть вживую. Мы по максимуму пытаемся вам показать чуть-чуть, хоть чуть-чуть передать эту красоту. Но смотрите сами, это великолепно. Высота. Красота. Где она живет, вечная любовь, уж я так не всегда готов. Вечная любовь, чистая мечта, нетронутая тишина. Римский папа разбил все иконы и сам взорвал Ватикан. Только не вернуть.
живет вечная любовь. Уж я так и не всегда готов. Вечная любовь, чистая мечта, не тронутая тишина, не тронутая тишина. Ну вот мы и добрались до озера Таха, до пляжа. Воздух шикарный, воздух аж сладкий, ребята, красота. Кемпинг-парк, асфальтированные дорожки для велосипедов, для прогулок. Подъезжали ребята, тут ездили на квадроцикле, здесь на велосипедах люди просто гуляют. Пойдемте посмотрим, вообще просто шикарно, шикарно. Природа, фантастика. На такой машинке ездят, собирают мусор. Подъехали, подняли бумажку и дальше поехали. Очень красиво. Классно. Вот приехать с палаткой, с машиной, с прицепом, неважно, там палатка стоит, место, вон столики, мангалы, барбекю, обустроенные места, вообще классно, обалденно. Есть цель, надо купить палатку. Специальные тропинки проложены. Пиши, чтобы... С маленьким ребенком, да, в кенгуру гуляют. Завтра мы сидим. Везде, конечно, здесь таблички про медведей предупреждают. Там вдоль дороги были, что очень много медведей. Не оставляйте еду на ночь на столе, то придут гости. В общем, насколько я понял из разговора с администратором, место здесь в Ирви-парке стоит $30. И не важно, что ты ставишь. Две, одну машину, палатку, автодом. Вот место. Заехал, делай, что хочешь. Сутки $30. В принципе, вы знаете, это, ну, небольшие деньги. Тут туалет, все он обустроено, водичка. Можно вон воду набрать. И все, отдыхаешь, вон тебе озеро, пляж песчаный, все классно. Я так думаю, что... О, брундуки носятся. Хвостатые. $30 по американским ценам, зарплатам. Ну, это вообще недорого, скажем так. За сутки классного, если можно так выразиться, кайфового отдыха на природе. Да еще и на озеро Таха. Туалет, пожалуйста, тебе. Бесплатные туалеты стоят. Дорожки везде, пляж абсолютно бесплатный. Завес только за машину берут $10, а на дороге ставь, ради бога, бесплатно. Ну, хочешь ты с комфортом сюда подъехать, ну, заплати. Мы ненадолго, поэтому мы спокойно на дороге поставили. Скраба особо у нас тащить никакого нету. Пару сумочек с перекусом. Пойдемте, поснимаю вам бесплатный туалет на пляже. Посмотрим. Ну, все чистенько. Туалетная бумага. Все. Столики везде стоят. Отдыхающие. Сегодня ветрено. Поднялся ветер. Распугал, видать, много народу, потому что навстречу нам
много машин ехало. Информационный стенд. Мы сейчас где-то вот здесь. Уже в Неваде находимся. Мамулечка, поздравляю тебя! Спасибо. Поставь галочку, ты в Неваде. Питьевые фонтанчики везде. Тут уже деревянные дорожечки. Навес, много столов. Народ там, кстати, как раз сейчас кушает, отдыхает. Вон. А, да, там это большие барбекюшницы. Вот они делают себе барбекю, отдыхают. Ну, у нас мяска с собой нету. Но при желании, конечно, можно тоже подойти и делать это все абсолютно бесплатно. Извините за шум. Очень сегодня ветрено. Прям резко поднялся вот такой ветер. На пляже также есть лавочки и столы. Да, конечно, сегодня прям вообще вот резко. Такой сильный ветер поднялся. Но ничего страшного. Зато вон ребятам на кайте хорошо. Правда, встать он не может. Охрана ездит, рейнджеры. Смотрят, ну как охрана, просто контролирует порядок. Ветер резко поднялся, но будем надеяться, что он также резко и успокоится, да, мамуль? Да, хорошо, что теплый. А мы пока попьем чайку с дорожки, перекусим. Ну вот мы и наотдыхались. Доча уже умоталась. Поехали мы домой. Ночную таху. Вот такие дела. Пришлось ночевать. Отели все переполнены. Ребята, вы уж нас простите, но без приключений мы не можем. Произошло что-то невероятное, произошло какое-то чудо. Но это после того, что произошло сначала с машиной. Сначала мы подошли к машине после того, как собрались уезжать с озера. А она не подает никаких признаков жизни. Я имею в виду не она даже, а стартер. Вообще ничего, не щелкает ни реле, ни стартер, никаких признаков жизни. Стартера нету. Я полез под капот, ключи все дома, ничего, абсолютно даже ножика нет. Значит, открываю капот, что-то ковыряюсь, притом молча. Подходит парень с девушкой, сразу задают вопрос на русском языке. О, сломалось, вам помочь? Все бы ничего, но мы находимся в Америке, на озере так. Подходит и сразу задают вопрос на русском языке. В общем, отвезли ребята меня за ключами в магазин, привезли назад, оставили, я там ковырялся. Подъезжает назад их Мустанг, они говорят, все, короче, закрывайте машину, заказан в ресторане столик, и мы вам сняли номер в мотеле. Я говорю, как? Стоп, подождите, нет, все, короче, заставили нас закрыть машину, отвезли в тайский ресторан. Накормили нас просто вообще, просто накрыли полный стол, накормили, привезли номер в отель. Я им говорю, ну я все понимаю, ну мы просто разговаривали по дороге, что недавно приехали, 4 месяца, как здесь, туда-сюда, рассказали. Ну просто, когда мотались, рассказал так кратце нашу историю.
Они были удивлены, они там очень давно здесь живут, там со школьной скамьи. Я, в общем, я говорю, ребят, давайте хотя бы половину оплачу. Они, нет, и все, ни в какую. Они нам сняли двухкомнатный номер, и это я просто даже не представляю, сколько это стоит денег. Давайте вам немножко номер покажу, но это просто, это какое-то чудо, нам просто, я не знаю. На нашем пути попадаются только замечательные люди. Двухкомнатный номер с полноценной кухней. Притом на кухне есть все. Вроде на первый взгляд так немного-то и чего тут есть, да? Но тут есть все. Опс, тихо. Я так понимаю, номер дорогой. Здесь вообще мотели очень дорогие, Натаха. Снимают его на две семьи, потому что, ну, намного, на 6 человек пропуск на пляж. Кстати, вот кофеечек. Здесь купоны выдаются, свой пляж закрытый. И по купону 6 человек с номером может выйти на пляж. Вот он, купончик на свой закрытый пляж, Натаха. Так что этот номер рассчитан на 6. Он двухкомнатный. Татьяна тут спряталась за углом, чтобы не мешать. Доча там спит. Мы открывать не будем, но тот еще больше этого. И вот такая комнатка. Та комната еще больше. Там кровать побольше. Там утюг. Вот он я. Всем привет. Там ванна. Но мы не можем без приключений. Так что вы уж нас извините. Что будет завтра, я не знаю. Завтра будет завтра. Ну что сказать, ребята, надо всегда следить за языком мыслей, и не только мысли, но и слова материальные. Вчера на подъезде сюда я Татьяне говорю, надо будет приехать, Натаха, по-любому с ночевой. Здесь так красиво, надо по-любому с ночевой остаться. Татьяна после того, как мы покупали шлик машин, мне тоже говорит, вот бы здесь остаться с ночевой. Ну вот мы и переночевали. Благодаря нашей машине, благодаря таким замечательным людям, которые спасли. Сегодня утром приезжаем, а она заводится с полоборота. Наша старушка просто решила наше желание воплотить в жизнь. Говорит, ребята, ну вы оба сказали, что вы хотите переночевать. Ну ночуйте уже. Знаете, вам людей замечательных. И я, говорит, заводиться не буду. Ну ночуйте. В общем, вот такие чудеса происходят. Первое чудо. Просто большая благодарность этим людям. Александр, Елена, это люди вообще просто замечательные. Большой буквы люди. Человек, я не знаю, как ангелы-хранители наши были. Они нас взяли вчера, вот так вот взяли, и вот так, до приезда сегодня, до машины, и вот пока мы не завелась, они все контролировали. 10 раз сказали, только не глушите по дороге до дому. Посмотрите, какая красота. Ну как сюда не вернуться еще, да, ребята? Здесь просто сумасшедше красиво. Люди ездят, на велосипедах катаются. Пешие прогулки, с собаками гуляют. Здесь просто замечательно. Собаки, ребята, катаются по лесу. Классно. Каждый найдет здесь развлечение для себя. Ну а мы едем домой. Спасибо, ребята, девчата, что оставались в этом приключении с нами, что посмотрели до конца. Ставьте лайки. Если еще не подписывали, подписывайтесь. Это из-за вас, тех, кто не подписан, такое с нами происходит.